Всем привет, с вами Катя, сегодня я снимаю видео, что в моем портфеле. Это опять же запросы, опять же доклады. Итак, поехали. Мой портфель к чемодану. И что в нем? В нем находится пенал, который сейчас лежит здесь. Этот пенал я везде повсюду таскаю, и когда мне скучно на уроках, я его обрисовываю всякой фигней. И что в нем? Ручки всякие, карандаши, вот там всякая фигня валяется. Ручки там всякие. То есть вот, всякая фигня. Ну и линейка, которая потерялась. Также что в моем портфеле? В моем портфеле находится куча всяких учебников, которые, я думаю, не обязательно показывать, хотя ладно. Вот, то есть, вон там все учебники видите. Также я чаще всего, когда телефон заряжен, я его кладу. Он у меня весь покоцанный. Но завтра, надеюсь, поменяют экран его. Также в моем портфеле лежат очки, которыми я часто пользуюсь, поэтому они лежат здесь. Ну, в общем, вот. Вот они. Думаю, вы их видели. Вот чехол у них. Собственно, все. Жди следующего видео. Подпишись, ставь лайк и пиши комментарий. Пока!